Всем привет, дорогие друзья, с вами все красиво, и сегодня я хотел бы поговорить на такую тему, как BDK в патче 7.1.5, пиратском сервере WoW Circle X4. И в первую очередь я хотел бы сказать, что как вообще себя BDK чувствует на боссах, в Mythic Plus'ах, то есть это один из топовых мейн танков основных, которые могут довольно много поглотить урона, словить в лицо и при этом прожить без хилов, скажем так, довольно длительный срок. Поэтому, если вы решили играть БДК, то готовьтесь к тому, что вас будут пихать мейн-танками везде, куда ни попадя. Вот. То есть, вы обязаны просто малость выкупать, что от вас требует, механику класса. Вот. Ну, в принципе, БДК сам по себе как бы простой. Вся механика у нас как бы заложена в самом самоотхиле, то есть насколько много мы сможем поглотить урона и при этом как бы не сильно напрягать хилов. Сразу скажу, то есть услышал одну фразу, которую намотал себе на ус, скажем так, как бы не политика, а философия танков вообще в целом, которая относится и к БДК тоже, это твоя наша задача как можно больше поглотить входящего урона и как можно меньше напрячь при этом хилов. То есть в этом зависит как бы суть танкования, то есть не надо там ставить где-то больше ДПС и так далее, потому что БДК, ну, он хороший урон наносит, я не спорю, но в общем ДПС рейда вы, ну, маленькую частичку ДПС как бы можете внести, и как бы и таланты или еще что-то как бы ставить на ДПС, по сути дела, бесполезно, потому что, ну... Увеличение урона, как бы, да, исходящего от нас, может только повысить ваш самоотхил от удара смерти на какую-то долю процента, но все равно, как бы, от этого толку маловато. Но до этого мы еще вернемся, и поэтому я сейчас бы хотел бы поговорить на тему статов. Какие статы приоритет и почему? То есть, я сразу скажу, что, как по мне, приоритетными статами будет скорость, универсальность. Вот. Лично я тарюсь в овергир. Вот. То есть, и объясняю, соответственно, почему. Что нам дает критический удар? Критический удар нам дает непосредственно повышение нашего урона и, соответственно, рейтинг парирования. А скорость нам дает регенерацию нашей силы рун, искусность нам дает щит, который поглощает физический урон, и универсальность поднимает наш базовый урон, базовый отхил, базовое уменьшение входящего урона, ну и так далее. То есть на какие-то там чуть-чуть пупальни. Итак, давайте определимся, что нам не нужно, да, по сути дела. Критический урон. Но дает урон и парирование. Парирование бесполезно, так как тут с автоатак боссы мало напинывают. И сразу скажу, сразу уясним такую тему, что есть 4 босса с физическим уроном в Ценгере. Вернее, просто в Цене, да? Это Алуриэль, Тихондрий, Ботаник и Гул'дан. Вот, 4 босса, на которых можно тариться на поглощение физурона. Все остальные магический урон, да, запомнили. И медленно подходим к самому большому заблуждению вообще БДК, в принципе, что нам нужна овер дохуя искусности. Это пиздеж, потому что дохуя искусности на том же кроссе тебя нахуй ничем не спасет, тебя оно нахуй не засейвит, потому что оно поглотит только физурон, а физурон кросс не напинывает, по сути дела, там крапаль просто в тебя влетает с руки и с мощного удара, все. А в основном по тебе тикает магический урон, поэтому искусность нахуй не нужна. А таких боссов, как кросс, которые постоянно наносят магический урон, ну, все остальные 6, которых я не назвал, да, ну, не считая с кроссом, получается, да. То есть, и какой смысл от искусности, я, честно говоря, не вижу. Почему я выбрал скорость? Потому что чем больше, чем быстрее мы будем регенить силу рун, тем чаще мы сможем ударить ударом смерти. С талантом оно будет стоить не 45, а 40. Поэтому, вы сами понимаете. Ну, и универсальность, как, ну, для танков, как бы это... полезная вещь, которая просто уменьшает, как и броня, входящий в тебя урон на базовом уровне. Вот. То есть, со статами определились, да? Давайте теперь поговорим о шмоте, да? Начнем с бисовых тринкетов. Я вывел для себя топ-5
и одно бонусное место. Начнем с бонусного места. Трини, которую вам нужно с собой таскать, это инфернальный договор с Гул'дана. Потому что она дает очень хороший абсорб. И если у вас там, например, нету там триник из топа, да, или еще что-то, то, ну, как альтернатива, да, потому что оно хорошо вас сейвит. Но при этом на кроссе или звездочете вам лучше ее не прожимать, потому что оно вешает потом на вас дебаф на 20%, где будет по вам увеличен урон на 20%, да, и пока вы не получите 2 миллиона, ну, не 2 миллиона, а там с обычки, например, ну, пока вы не получите 1,5 миллиона хп дополнительно. Соответственно, ну, на таких боссах, как Кросс, например, когда по вам постоянно тикает урон, а он еще будет и завышен с этим тринкетом, то что? То у вас просто может сложить от 8 стаков, если назовут, ну, 6-7 стаков, например, да, если они протикают, ну, там будет тяжко засейвиться. Вот, начнем с топа, да. На пятое место я поставил Тринио с Каражана, Тинь Медива. У нас нету Каражан плюс, по факту у нас просто обычный Каражан. Вот, и поэтому фигурка Ворона на ХП, да, классный тринкет, я не спорю, искусственность, нахуй искусственность. Вот, эта тринка, как по моему мнению, да, сугубо никчемному, подходит для мифик плюсов. Потому что оно сейвит 4 людей и снимает с них 150 тысяч урона в целом, да? Это на самом деле хуйня, по факту. Но где-то там в мифик плюсах, на каких-то там модификаторах, да, она где-то может кропаль какую-то, но спасти вас. Вот. Дальше я поставил Тринио с АМК. У нас тоже нету АМК мифик плюс, поэтому у нас есть только стандартная. Но если вам прокнет, если вы везучий человек, и вам выпадет 880, например, да, и так далее, то ее можно, в принципе, ходить, ставить, потому что при проке она дает нам универсальность и наносит урон, то есть, а универсальность, типа, у нас один из топ-статов, по факту, то есть, как на прожим, да, сойдет вообще, ну, идеально, то есть, где-то вас сможет засейвить и так далее, но, опять же таки, если она вам выпадет больше, чем 860 плюс, скажем так. То есть, так ее носить, ну, не рекомендуется, скажем так. Ну, я так чисто сужу. На третьем месте я поставил еще одну триньку с Каражана. Это с первого босса оперный зал. Красавица и зверь. Это колокол. Дает хорошее количество хп. Но, как бы, оно дает нам прок любой из вторичных характеристик. То есть, это скорость, крит, искусность и универсальность. Соответственно, наш приоритет один из четырех вот выбранных, да, получается. И, то есть, 25% прока того, что нам прокнет искусность, ну, это такое себе. Потому что мы, как танки, мы должны быть независимыми от проков, от рандомов. Мы должны четко знать о том, что если сейчас влетит урон, мы должны, типа, его, ну, поглотить по факту, да, мы должны это пережить, то есть, а вот такие вот рандомные вещи, типа, ну, такое, вот, то есть, и, как бы, топ-2 трини, которые, да, вот, нам говорят, топ-2 трини, это первое с ОК-шары, с Паржеша, медальон, да, я себе еще не выбил кованую титанами хотя бы 880 и плюс, да, но хожу с таким, чисто потому что, как бы, оно дает хп и дает очень хороший прок, как кровь вампира, по сути дела, только пассивная. То есть, если вы там проебались где-то, или по вам влетел реально дохуя урона, и у вас здоровье слетело ниже 30, вернее, 35% и ниже, то оно увеличивает вам ваше хп. И плюс еще дает вам искусность. То есть, ну, как бы, хороший такой прок. То есть, и да, замечательный тринкет, то есть замаксить его до 900, если вы реальных изведущий человек, то, ну, это бис-лист до, вплоть до 735. А у нас 735, ну, будет вот-вот скоро, то есть 725 мы пропускаем, и получается у нас будет сразу и гробница Саргераса, и Анторус, где будет уже немножко совсем все другое, но на 735 как бы уже есть там адекватный гайд от Летехи на БДК, в принципе, то есть, ну, я так почитал, посмотрел. Вот, если там есть будут какие-то разности между
пиратка и официалка, то я, естественно, запишу на 735 гайд по БДК, то есть и так далее, ну, разберемся. То есть, если там будут какие-то мелочные различия, то есть, я не буду видеть смысла записывать. Если там реально будет что-то просто совсем как небо и земля разное, там, может, что-то где-то не работает и так далее, то тогда да. Ну и финально, как бы, топ-1 триня на БДК, это оживленный экзоскелет. То есть оно нам дает уменьшенный урон на 30%, который поглощает вплоть до 660 тысяч урона. Да, то есть вполне адекватно. То есть на том же кроссе, да, вот, ну, на таких вот постоянно тикает урон, она, да, довольно хорошо спасает. И плюс, ну, больше всего хп дает с учетом всех тринкетов. Я имею в виду базового, да, не прокающих, там, до 900, да, вот, стандартных. Вот, то есть... С тринками закончили. Переходим к бисовым легендаркам. Бисовые легендарки у нас, как бы, их всего три, по факту, которые им реально помогают. И есть проходные. Давайте начнем, давай, с самых низов, скажем так. Это Сифуз. Не, не так. Ну, хотя, ну, вот ступни и Сифуз — это две такие самые дешманские трини, по факту, на БДК. Сифуз дает нам скорость передвижения и нашу скорость, когда мы что-то законтролим, например, своим там станом или лужей с талантом трепещи, да, на трэше там на каком-то, да. То есть оно там дает нам поступ Агромара, увеличив, в принципе, нашу мобильность. То есть это была первая лего, которая мне упала, с которой я бегал. И когда я ее поменял, а я к ней уже просто привык, мне стало немножко обидно, что я стал таким медленным и как бы стал малость не успевать там куда-то перебежать вовремя или еще что-то. Поэтому, ну, такое дело. Но на самом деле дешманские оба тринкета. Вот. Есть еще вот ноги, тоже дешманские, которые типа увеличивают, когда на вас висит костяной щит, увеличивают нашу запас рун на 60 единиц, да. Нахуй просто, ну, реально бесполезное говно. Есть еще Триня. Триня, вот, тоже, как бы, как и Инфернальный договор, она дает нам абсорб. Абсорб и еще взрывается. И там еще статы охуенные, да? То есть, ну, для Мишки идеально зайдет. Для нас, ну, тоже под абсорб. То есть, можно таскать с собой в сумке, чисто в сумке, Триню с Гул'дана и вот это говно. То есть, банально, если у вас там нету ничего там адекватного, то да, можно как бы таскать, и будет все заебись. Вот, дальше я вот буду называть проходные леги, скажем так. Это Стена Неланотель, которая у меня сейчас, и Оковы Бриндаора, которые тоже у меня сейчас. Оковы дают нам шанс того, что удар смерти возвратит нам 15% от потраченной силы рун. Из 40 единиц потраченных, да, берем типа... 15% это где-то около 7-8, там, где-то так, ну, я не математик, я технарь, поэтому, ну, где-то так, в принципе, я так прикинул на глазок, должно, как бы, да, вот, и есть, как бы, Стена Неланотель, где, когда на вас лужа, у вас есть баф, который увеличивает наносимый вам урон и получаемое исцеление на 5%. Полезная триня, наверное, одна из полезных, скажем так. Не триня, а легендарка, да? Вот. Но почему она как бы не столь эффективна, как следующий? Потому что постоянного дебафа на вас висеть не может. То есть там тоже есть рандомно прок. И как бы тоже от рандома зависеть не особо. Как полезная триня, как проходная, да, да, оно зайдет. Как бисовая лего, нет. Я сомневаюсь. Есть еще функциональная легендарка, тоже дешманская, но полезная на таких боссах, как Кросс. Да? Палерина Акируса, то есть спина, которая увеличивает, вернее, которая, когда вы используете антимагический панцирь, вам все, весь полученный урон превращается в ХП. То есть восстанавливает, да, хилит вас. На Кроссе жестко зайдет, то есть по вам постоянно влетает, и вас оно отхилит еще на какой-то процент и так далее, то есть жестко. И пошли бисовые леги. На третьем месте у меня плечо, которое, когда вы используете вскипание крови, на вас вешается стак, который увеличивает удар смерти на 20% за каждый стак. Стакается оно до 5 раз, то есть, соответственно, до 100% можно увеличить эффективность удара смерти. Соответственно,
в теории. В практике немножко не так. В практике у вас с пула будет 2 стака, получается, на удар смерти, а потом 1 в теории. То есть, по факту, у вас удар смерти будет усилен на 20% перманентно только на 1 стак. Все. Естественно, когда вы там, у вас будет все пиздец хуёво, и вам нужно прожать руническое оружие, то тогда у вас одно вскипание крови получается, и вешает сразу 3 стака. Соответственно, оно будет усилено уже на 60%. То есть, полезная вещь, то есть, иметь усиленный удар смерти на 20% постоянно, это хорошо, это охуенно. Вот. Но немножко не дотягивает, как бы, до придаза. Придаз — это топ-2 лего, потому что оно нам дает постоянный щит раз в 30 секунд, который дает нам щит на 25% от нашего общего ХП. В моем случае это около 670 кусков. То есть, и прокает оно каждые 30 секунд, по факту. То есть, каждые 30 секунд у нас будет щит. Жестко. Сейвит, заебись. И плюс еще топ-статы, плюс еще там этот бесцвет, ну, как бы сокет и так далее. Вообще, божественно. И топ-1 лего — это пояс. Да-да, это пояс. И насчет пояса, вот я просто долго думал, размышлял насчет топовых лег. И вот придумал. То есть, понял, почему как бы пояс будет самым топовым, а не придаст. Потому что... сейчас таймер. Я сейчас вам покажу, и вы все поймете. Итак, мы юзаем кровь вампира. Ждем, пока оно пропадет. То есть, бьем. По факту. Просто бьем. Вот она у нас пропала. И мы юзаем таймер и смотрим, сколько у нас по времени будет, через сколько у нас будет откат нашего удара, на нашей крови вампира, по факту. То есть, просто пинаем. Я проводил этот тест для себя, и хочу, чтобы как бы вы тоже увидели, типа, почему будет пояс более охуенным. То есть, вот, 26 секунд. 26 секунд нам потребовалось для того, чтобы откадешить наш кровь вампира. Сколько раз я ударил ударом в сердце? 11 раз. 11 раз, то есть клятва кровожадного уменьшает за каждый раз удар в сердце на 2 секунды еще сокращает наши КД крови вампира. 11 раз это на 2, это 22 секунды. У нас было 26. И том, что чтобы нам, то есть наша сила рун появляется по большей мере от того, что по нам влетает урон. Нас бьют, нас пиздят, и мы при этом получаем силу рун. Соответственно, вместе с поясом и с талантом Красная Жажда мы можем ходить под кровью вампира постоянно. То есть на постоянной основе у вас будет 45% от вашего ХП. Соответственно, в моем случае это 7,5 лимонов. Взять еще нечестивый оплот — это будет 8,5. Под флаской это будет 8,5, где-то 8,8. То есть БДК может ходить в рейде постоянно с ХП 8,8. Ну, если у вас будет там 10 стаков, да? То есть, грубо говоря, 8,3,8. Ну, больше 8 лямов получается в любом случае. Это охуенно. То есть вы можете дать прикурить по ХП любому мишке, который затарен в искусность. Да, и сказать: иди нахуй, блядь. Просто съебался. То есть, поэтому, да, я по своему сугубо никчемному мнению считаю, что пояс топ-1 лего. И придаст топ-2. То есть, с легами мы тоже разобрали. Идем дальше по кускам. Что нам дает два куска? Два куска нам дает то, что удар в сердце и дробление хребта дают нам бою на 10% больше силы рун. Соответственно, мы сможем чаще использовать удар смерти. Полезная вещь. Да, два куска носить, базарю. Четыре куска — говно собачье. Удар смерти с вероятностью 25% создает одну руну. Нахуя?
Просто это, во-первых, это рандом, это не постоянка. Во-вторых, нам по факту руны, ну, такое себе занятие, как бы, то есть... То есть, если бы оно регенило постоянно нам одну руну, да, да, согласен, да, это было бы, ну, реально полезная хуйня. А так это прок. Прок 25%, то есть не факт, что, типа, на, ну, нам откадешит какую-то хуйню. Не. Я чё-то не, ребят. Ну, то есть, 2-4 куска я, ну, для ФДК, да, носить, носите, носите 4 куска, там, бис и так далее. Но для БДК нет. Это говно. Это говнище просто. Вот. То есть, со шмотом разобрались. Идем, таланты. Что у нас по талантам? Первый тир. Кровавые черви хуйня полнейшая, потому что оно, во-первых, проковое, во-вторых, отхиливает очень мало. А насчет вот этих двух. Разбитое все сердце, это больше для Мифи Плюс, кровопийца больше для рейдов. Но я хожу с разбитым сердцем, потому что мне сейвов вполне дохуя достаточно. А кровопийца это, ну, как бы лишний сейв, лишняя кнопочка. Я ленивый, я ленивая жопа, мне впадлу что-то прожимать еще, помимо того, что у меня есть. Поэтому... Не. Ну, как бы дело ваше, да, они оба полезны, то есть и так далее, но я хожу с разбитым сердцем. Ну, вот такой вот я ленивый пидорас. А второй тир талантов, призрачное отражение и быстрое разложение. Быстрое разложение для Мифик Плюс, призрачное отражение для рейдов. А, ну, быстрое разложение тоже для рейдов берут, но я предпочитаю быть перестрахованным, скажем так, не сдохнуть лишний раз от какой-то там усиленной плюхи, поэтому я лучше бегаю с призрачным отражением, вообще не парюсь. А быстрое разложение для мифи плюсов там реально зайдет. А, третий тир талантов, антимагический барьер, тоже как бы увеличивает ваше ХП там на 25%, на 10 секунд. Ну, нет, ну... Такое себе, как бы, не вижу в нем смысла. Есть, как бы, кровоотвод, который создает нам одну руну. Да, и тоже, ну, такое себе дело. Ну, полезная вещь, но это тоже, как бы, дополнительно одна кнопка. Вот, но есть склеп, который просто уменьшает затраты рун на удар смерти на 5 единиц. То есть, как по мне, это более полезно. То есть, ну, как по мне, соответственно. Вот. Дальше. Следующий тир талантов. Только красная жажда. Вот. То есть, сокращает кровь вампира, поэтому красная жажда, топчик, и все. Следующий тир талантов, это PvP-шный тир талантов. Ну, не PvP-шный, а для World PvP, скажем так, да. Это трепещи. Да, то есть, мифик плюс, там, неважно где, неважно что, ни рейды, ни рейды. Трепещи, лужа, то есть кидает в страх людей. Ну, не людей, а этих мобов. И в World PvP тоже кидает людей. Но для World PvP там больше вот такие или такие таланты. Ну, блуждающий дух, наверное, получше подойдет. Ой, блуждающий дух, марш проклятых. А для рейдов трепещи, для мифик плюсов тоже вообще. Предпоследний тир талантов, тут есть вот разница. Захват руны, нечестиво плод. То есть вы просто будете в рейдах именно менять эти два таланта. Чисто потому, что... Захват рун пригодится только на таких боссах, как Трилакс, ну, да, как пример, который, ну, вы четко знаете, что по вам сейчас придет каст, и вам на этом касте нужно, ну, пережить, да, снизить по вам входящий урон. И, ну, а Луриэль, например, да, где на аннигиляции она тоже по вам кастует, и вам тоже нужно будет, ну, пережить этот урон. То есть на всех остальных боссах, там, нечестивый оплот нормально зайдет. Ну и последний тир талантов, то есть чистилище для рейдов, буря костей для мифик плюс. То есть с этим, с талантами разобрались. Теперь реликвии для артефакта. Если у вас нет легендарного плаща, вы выбиваете реликвии на мясной щит, который повышает вашу выносливость на 6%. Когда у вас есть легендарный плащ, вы на клыки вампира вставляете релики, и как бы, которые дополнительно будут еще увеличивать там на 15% и так далее. Вот. То есть, есть лего, клыки вампира, нет леги, мясной щит. То есть,
Дальше, ну, больше тут нету ничего полезного по факту. Как прокачивать артефакт, я не буду рассказывать, потому что это есть везде. И в любом случае на нашем сервере это быстро можно выкачать, ну, full art полностью. Поэтому в любом случае, как ни крути, куда-никуда, но арт у вас будет все время полный. Ну, вы его прокачаете в любом случае. Вот. То есть, что можно рассказать еще? Чарки. Чарки, химия. То есть, знак тяжелой шкуры на шею, в кольца и, вернее, сокеты и чарки на кольца на скорость, да, как бы повысить регенерацию рун. Ну, оно просто много так дает, скажем так, прирост к скорости. Небольшой, конечно, но все же. И чарки на силу я на плащ забыл зачарить. 200 силы на плащ. И, собственно, все. Ну и на артефакт руна павшего рыцаря. Это как бы... Вы наверняка уже и так об этом знали. Насчет еды. То есть тут можно и на скорость хавать, и на универсальность. То есть и то будет как бы вам полезно. Я хаваю и то, как бы, что есть, то и хаваю. То есть в основном на универсальность. Там, получается, я повышаю себе на 1% версу. То есть, как ни крути, но чуть-чуть более полезно будет отхавчик. Вот. Насчет фласок, на 100 10 тысяч шрамов, то есть, постоянно. А насчет сейвов из фласок есть такое вот лечебное зелье, которое вас хилит на 480 кусков. И есть зелье непреклонности, которое увеличивает вашу броню. То есть на Луриэль, Ботанике, Гул'дане, если по вам, у вас там на Гул'дане, например, там у него 100 ярости, и сейчас забежит там типок скинуть эту ярость, и вы понимаете, что вы тоненькие, вас может сваншотать и так далее, то можно как бы прожать зелье непреклонности и снизить как бы входящий физический урон. Вот. Ну, вроде бы, я все рассказал насчет ротации. Как бы ротации нет. Ротация это как бы не для танка. Для танка есть приоритеты. То есть ваша задача в чем? Начинается бой. Как бы сразу начинаете с накопления 5 стаков дробления хребта костяного щита. Потом сливаете вскипание крови. Кидаете лужу. Вскипание крови. И получается, и потом начинаете крутить ротацию. То есть ваша задача иметь больше 5 стаков костяного щита, лужа по КД, вскипание крови на КД. И потом вы накопляете благодаря удару в сердце руны, сливаете на удар смерти. Удар сердца, удар смерти. Вскипание крови, удар в сердце, удар смерти. И вот так вот, так далее. Крутите. То есть, ваша задача просто... Чем больше вы раз ударите ударом смерти, тем вам, соответственно, лучше. Что дальше? По сейвам на трэше для отхила, скажем так, увядания. Ваша сила и от силы артефакта спелл. Дальше, кровь вампира увеличивает ваше ХП. Панцирь, который на 3 секунды уменьшает по вам, ну, вернее, поглощает магический урон по вам входящий. Захват рун, если у вас взят талант, уменьшает на 40% на 3 секунды урон. Триня, если у вас есть. Незыблемость льда, которая уменьшает на 30% на 8 секунд. Танцующее руническое оружие, которая повышает ваше парирование, соответственно, на 100% и усиливает все ваши скиллы. Так, удар смерти, удар сердца, дробление хребта, вскипание крови. Вот, собственно, все. Надеюсь, ничего не забыл. То есть, всем спасибо за просмотр. До свидания.